Житель Мурманска украл из торгового центра на проспекте Героев Североморцев несколько пустых кег, которые используют для хранения алкогольной продукции. Пропажу заметили сотрудники центра. Они остановили мужчину, когда тот попытался вынести пару бочек. Воришка бросил емкости и поспешил скрыться. Позже оказалось, что до этого он уже унес несколько таких металлических сосудов. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Он рассказал полицейским, что сдал кеги как металлолом, чтобы приобрести на эти деньги алкогольную продукцию. Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.